Кандагаром бескрайнее небо, непокоренная земля, на ней война. Выжить и вернуться, добиться победы, пора домой, ведь родина только одна. Над Кандагаром бескрайнее небо, непокоренная земля, на ней война. Выжить и вернуться, добиться победы, пора домой, ведь родина только одна. Ты че, мы типа в тюрьме? Они давно знакомы, им чувство азарта не чуждо. Столько всего повидали за годы службы. В северных и южных коридорах воздушных не раз проверили свою мужскую дружбу. И вот опять жизнь подкинула экзамен. Лучше бы ты, капитан, сказал, что твой борт занят. Теперь вот на чужой войне стали врагами под дулом автомата с завязанными глазами. Кандагар, талибы и бомбежки НАТО, террор и опиум, патроны и гранаты, не государство, ни ООН, ни большие саммиты никак не могут помочь нашим пятерым ребятам. Как не предать родину в обмен на свободу, как не предать друзей в обмен на свою жизнь. Они пробыли там уже больше года, с мыслью одной в голове, только держись. Я прошу, отпусти их, Кандагар, они должны выжить и вернуться, небо плачет, а на земле пожар, но наши люди никогда не сдаются. Время пришло, настал момент, пора бежать родным, что дома, пора перестать рыдать. Шансы невелики, но глупо их терять. Героев ждет небо, небо умеет ждать. Вот под прицелом стингеров и пушек на взлетной полосе битва титанов. Гордо раскинув крылья, взлетает наш Илюшин, оставляя позади горы Афганистана. Надо рассуждать о войнах, о вере в Бога, говорить о проблемах и как их решать. Прощать своих врагов или судить их строго, но помнить главное — своих не бросать. Эти огромные горы и желтый песок, вдали от дома и родных голосов. Но как ни крути, наши до конца борются героями, не рождаются, ими становятся.